Отделение Социального фонда России по Дагестану с начала 2024 года оказало жителям республики более 950 тысяч услуг. Каждый день специалисты фонда помогают оформить выплаты и поддержку тысячам людям, включая пенсионеров, ветеранов, граждан с инвалидностью и семей с детьми. Наибольшей популярностью пользуются электронные услуги, такие как выбор способа получения пенсии, справки о размере выплат, информация о социальных льготах, пенсионных счетах и остатке материнского капитала. С начала года около 600 тысяч услуг было предоставлено в электронном формате. Все больше услуг теперь оказывается автоматически, без подачи заявления. В проактивном режиме оформляются материнский капитал, пенсии по инвалидности, выплаты для людей с инвалидностью, а также больничные и декретные выплаты. Исполняющий обязанности управляющего отделения Магомед Исаев отметил, что благодаря межведомственному взаимодействию вся необходимая информация поступает в фонд автоматически.